Пирцы Скуляны. Про нее я услышал еще жил в Москве, про проект в 2012 году. Что мы имеем сегодня? Фирма там зеленых при Филате сделала несколько сел, потом начали делать фирмы Плохотнюка, потом начали делать фирмы еще кого-то. И сегодня у нас есть целые участки дорог, которые выглядят как после войны. Потому что, когда им говорили о том, что должна одна компания сделать под ключ всю дорогу, у нас в стране этого никого никогда не устраивало. Потому что все делили компании на кумовей, на друзей, одноклассников, собутыльников и так далее. Поймите, сегодня стране реально нужен один просто жесткий ревизор.